Вітаю! В ефірі телеканалу «Репортер Студія» з Наталією Опарою. Сьогодні ми продовжуємо цикл телепрограм, присвячених вступній кампанії 2021. Вже розпочалася її вирішальна фаза. Абітурієнти подають електронні заяви для вступу до обраних вишів. І сьогодні ми запросили до студії телеканалу «Репортер» декана факультету цивільної та господарської юстиції Національного університету Одеська юридична академія Дениса Олексійовича Колодіна та студентку факультету цивільної та господарської юстиції Елькнер Катерину. Вітаю вас. Доброго дня. Розпочалася вступна кампанія, другий її етап. Абітурієнти подають свої документи. Чи багато вже студентів майбутніх завітало до факультету цивільної та господарської юстиції? Да, потому что, вы знаете, этот результат не может не радовать. Сегодня только второй день, когда подают наши уважаемые абитуриенты заявки, и при этом они подают электронную заявку и сразу же за электронной заявкой приносят к нам в приемную комиссию оригиналы своих документов. И уже более 50, несмотря на то, что прошло одни сутки, и вот сегодня полдня, они уже более 50 оригиналов документов принесли к нам в приемную комиссию, где секретарей приемной комиссии их встретили, и все студенты говорят о том, что факультет гражданской хозяйственной юстиции они выбрали не случайно, они следили, мониторили, приходили к нам на дни открытых дверей, смотрели за нами в соцсетях, и еще в апреле-мае у них сформировалось четкое восприятие касательно того, где они хотят учиться. И сегодня они принесли оригиналы документов и уже, конечно же, станут студентами факультета гражданської хазяйственної юстиції. Ми не вперше зустрічаємося у цій студії і щоразу говоримо про успіхи факультету цивільної та господарської юстиції. Знаємо, що щороку ви стаєте лідерами вступної кампанії та все більше абітурієнтів бажають стати вашими студентами. Чому молодь обирає саме вас, на вашу думку, саме ваш факультет? Ну, ви знаєте, це составляюча многих факторів. Це ежедневний многолетний труд профессорско-преподавательского состава, студентов факультета для того, чтобы факультет был на том уровне, на котором он находится сейчас. Вы знаете, ну, конечно же, в первую очередь это высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, это стопроцентное трудоустройство наших выпускников, это уникальная возможность для каждого студента выбрать удобную учебную траекторию для себя, то есть выбрать те дисциплины на реализацию положений закона о высшем образовании, то есть 25% дисциплин студент имеет право выбрать сам, и вот на факультете гражданской и хозяйственной юстиции на ярмарке дисциплин он может выбрать те дисциплины, которые его интересуют. Ну и, конечно же, наверное, это лидерство факультета, это касается и олимпиады по правоведению, где факультет гражданской и хозяйственной юстиции тоже на протяжении нескольких последних лет занимает только первые места и является лидером. Ну и спортивные наши достижения, это спартакиада студенческая, где факультет гражданской и хозяйственной юстиции тоже в общекомандном зачете занял первое место. И профессорско-преподавательская спартакиада, где факультет гражданской и хозяйственной юстиции тоже стал лидером и завоевал суперкубок этих соревнований. И у нас проводились и такие соревнования, как чемпионат по юмору на Кубок президента, дебют первокурсников. И во всех этих турнирах команды факультета гражданской и хозяйственной юстиции занимали первые места. И сегодняшние школьники это видят, они хотят быть среди лучших, и поэтому они выбирают факультет гражданской и хозяйственной юстиции. Кожне питання, яке ви наразі окреслили, заслуговує на окрему тему нашої бесіди. Але все ж таки хотілося зупинитися професорсько-викладацький склад. Хто входить до професорсько-викладацького складу? Ким ви пишаєтеся? Хто навчає студентів? Ну, вы знаете, особенностью факультета является, и мы, конечно, гордимся всеми нашими преподавателями, потому что большинство – это доктора юридических наук, заведующие кафедрами наши, уважаемые профессора, профессор Харитонов Евгений Олегович, профессор Голубева Нелли Юрьевна, профессор Подцерковный Олег Петрович. Ну, помимо этого, и доценты наших кафедр. Но особенностью факультета является, что множество преподавателей – это практикующие юристы. Непосредственно это руководители судов, непосредственно это практикующие адвокаты, руководители юридических фирм, нотариусы, которые имеют сегодня возможность для студентов
преподавать, и студенты получают не только теоретические знания, но и практические. И вы знаете, я как декан смотрю за посещаемостью студентов, и я вам скажу, что посещаемость на пары, которые ведут практики, немножко выше. Почему? Потому что каждый студент пытается себя зарекомендовать, показать, потому что это их потенциальные работодатели. Наши уважаемые преподаватели, которые практикуют, да, они уже на семинарских, на лекционных занятиях будущих сотрудников, лучших из лучших, отбирают, приглашают все на работу. Это сегодня в современных условиях очень ценно, потому что главный показатель и нашей работы – это, конечно же, трудоустройство выпускников. И у нас вот сейчас был выпуск магистров, у нас 97% выпускников, они трудоустроены. И 3% – это не те, кого не взяли на работу, это те, кто не хочет связывать, вот так он определился уже на магистратуре, что он не хочет связывать свою жизнь с юриспруденцией, кто-то вышел замуж, кто-то хочет нянчить детей, кто-то продолжает родительский бизнес, а все, у кого было мало-мальское желание, они все трудоустроены, все это благодаря той линии, которая существует в университете, благодаря президенту университета Сергею Васильевичу Кивалову. И мы направляем все наши усилия для того, чтобы наши выпускники были трудоустроены. Поряд з вами Денис Олексійович, одна з найактивніших студенток факультету цивільної та господарської юстиції Елькнер Катерина. Катерино, поділіться вашими враженнями. Ви також колись були абітурієнткою. Ви також колись чомусь вирішили обрати саме цей факультет. Вперше прийшли до стін університету, до приймальної комісії. Що вас вразило тоді? Чому ви обрали саме цей факультет? Насправді, однією із основних причин, чому я обрала саме цей факультет, це, звичайно, було те, як зустрічають кожного студента. Тому що коли вас зустрічають з відкритими руками, обіймами, готові прийняти одразу, це підкупає. Тому що ти вже розумієш свою важливість як особистості, як студента. І це дійсно класно, але це не найголовніше. Одним із найголовніших ще критеріїв для мене була, звичайно, атмосфера факультету, те, як проводить своє дозвілля студенти, як вони мають яку можливість після навчання, як працевлаштування. Неодноразово я також зверталася до соціальних мереж обов'язково, де все активно, яскраво показується, де кожен студент якось висловлюється, розказує. І це все складає якусь загальну картину. І мене як абітурієнтку, колись минулому, а теперішню студентку, це дійсно є як гарант класного студентства і успішного працевлаштування в подальшому. Знаємо, що факультет також пишається тим, що він цього року увійшов до списку Forbes топ-10 кращих факультетів України. Як вдалося? За якими критеріями відбирали? Ви знаєте, от тут для мене, чесно скажу, це був сюрприз, не буду скривати, дуже положительний сюрприз, і ми не знали, что готовится такое исследование. Вы знаете, насколько авторитетный журнал Forbes. Это не тот журнал, с которым можно договориться о каких-то рейтингах, о каких-то позициях. Для меня было огромным сюрпризом, когда мы в апрельском номере увидели вышеуказанный рейтинг, и когда факультет гражданской хозяйственной юстиции оказался в нем. Это было большой неожиданностью, но еще раз хочу акцентировать, очень приятной неожиданностью. И это опять-таки результат всего того, о чем мы говорили с вами раньше, это опять-таки упорная, ежедневная работа для того, чтобы развивать, придумывать новые программы, реализовывать, создавать новые дисциплины, идти в ногу со временем. А у нас принцип такой, мы даже иногда стараемся его опережать, а не идти в ногу со временем. Говоря о критериях, по которым определялся, первое – это средний балл поступивших на контрактную форму студентов, средний балл поступивших на бюджетную форму обучения, инфраструктура, которая располагает факультет, и, конечно же, оценка международных и украинских экспертов, которые оценивали, также выставляли свою оценку. И вот сумма этих баллов определила рейтинг из города Одессы, в котором есть сегодня 17 вузов, в каждом в среднем около 10 факультетов. Факультет гражданской и хозяйственной юстиции оказался
там, представителем нашего славного города. И я думаю, это большая честь для всех нас, и мы сегодня этим очень сильно гордимся. Ну и не будем останавливаться на достигнутом. Следующая цель – возглавить этот рейтинг. Одним з критеріїв, мені здається, було також і те, що студенти можуть обирати спеціальності, обирати ті лекції, які їм відвідувати, свого роду ярмарка дисциплін, так вона називається на факультеті цивільної та господарської юстиції. Хотілося б з вуст студентки саме дізнатися, чи підтримують студенти таку ініціативу, чи подобається вам, і чи дійсно це ось так працює, як в фільмах показують, коли студент обирає, на які лекції він хоче йти, і це не в такому, це все в добровільному порядку, скажімо так. Насправді це дуже крута можливість для студентів насамперед, тому що коли ми вступаємо до вишу, дуже малий відсоток студентів вже впевнені в тому, що через там 4 чи 5 років вони підуть там точно, я піду в прокуратуру чи в нотаріат і так далі. Більшість студентів, вони ж все-таки якби узагальнюють це поняття і вони хочуть просто зв'язати своє життя з юриспруденцією. Так от саме наш факультет після першого курсу надає можливість вибору. Тобто, що ми можемо обрати спочатку дисципліни, які ми хочемо вивчати, наприклад, для спрямування більше до судових органів. Ми обираємо такі предмети. Ми спробували, зрозуміли, що все-таки нам більше цікаво буде, наприклад, спрямування нотаріату. Ми обираємо якісь інші предмети, які потрібні для подальшого вивчення, для глибшого вивчення. І таким чином у нас є можливості вибрати, спробувати, приділити більшу увагу саме тому, чому ми хочемо на даний період, і потім, якщо нам щось не подобається, обрати інше. Це дійсно так. Зі сторони студентів я чую лише позитивні відгуки, тому що неодноразово говорилось про те, що було би класно, якби я міг вивчати там більше кримінального чи більше цивільного, тому що я хочу зв'язати своє життя там в подальшому з кримінальним, якби кримінальними справами. І от така можливість є, це дійсно круто, вона реалізується по-справжньому, коли ми заходимо в аудиторії, в нас є пріоритетність виборів, нам викладачі презентують свої, зачасту це бувають навіть авторські навчальні програми. Це також дуже круто, коли викладач з такими, скажімо, намагається сподобатися. Так, в нього очі горять від того, що він хоче, щоб його дисципліну обрали. І ми обираємо. Чи багато від цього залежить? Не від самої дисципліни, а від викладача? Чи багато студентів йдуть саме за викладачами? Звичайно. В цьому, як мінімум, на мій погляд, 70% успіху. Тому що, коли викладач сам зацікавлений в своєму предметі, в своїй дисципліні, він, як я вже казала, він з горящими очима нам їй подає цю інформацію, прям зацікавлює кожного, хто дивиться. І тобі хочеться так само поринути туди і зрозуміти, чому ж йому так цікаво, що ж там такого є, що мені може так сподобатись. І це, насправді, дуже класно. Я ще, якщо можна, чуть добавлю, да? Тут помимо вот такого позитива и плюса для студентов, есть еще огромный плюс и для преподавателей. Почему они с такими горящими глазами идут? Потому что их отправляют на эту ярмарку дисциплин, конечно, заведующие кафедрами. И если выбирают дисциплину и преподавателю, то это дополнительные часы, дополнительная нагрузка для кафедры, а соответственно дополнительная оплата. Поэтому заведующие отправляют лучших из лучших, для того, чтобы они понравились студентам, и студенты их выбрали. И в течение преподавания, уже потом непосредственно, так же само преподаватель максимально качественно старается вести свой, как уже сказала Катерина, авторский курс, для того, чтобы эти студенты рассказали на год младшим, и его снова выбрали. И таким образом, это здоровая, хорошая конференция, конкуренция. По этому пути сегодня идет вся Европа. Это очень положительно. Мы очень долго хотели реализовать проект. Это, ну, было сделать очень непросто. И сегодня он реализован благодаря поддержке президента университета Сергея Васильевича Кивалова. Он показал свою эффективность. И сегодня практики, опять-таки, о которых мы говорили, да, например, доцент кафедры гражданского права, доцент Зубарь, он руководит юридической компанией Юрлайн. Это компания, которая входит в топ-10 лучших юридических компаний Украины. Он непосредственно представлял на втором курсе
спецкурс, который называется «Работа и организация работы юридической фирмы». Да, практик, который создал такую, я не побоюсь этого слова, крутую, крупную компанию, непосредственно преподает. И половина занятий будут проходить непосредственно в юридической компании, где он покажет, как она работает, как создавалась, что нужно делать, на что обратить внимание, как проходят собеседования с кандидатами, какой работой они занимаются, как работает директор, как работает начальник кадров, как работает каждое из звеньев. И я вам скажу, это был самый популярный предмет, потому что его выбрали, они имеют право выбрать в каждом семестре одну зачетную, одну экзаменационную дисциплину. И вот этот предмет выбрали абсолютно все студенты, он стал рекордсменом. Ну, потому что на самом деле было очень ярко, красочно это было подано человеком, который это представлял, потому что он живет этим, и ему не было сложности об этом говорить. Но на самом деле практически все курсы, которые представлялись, каждый из преподавателей является в этой сфере профессионалом, и сегодня мы, слава богу, реализуем эту программу, и вона успішно у нас функціонує. Дуже цікаво чути про такі нові та сучасні підходи і в мотивації викладачів в Одеській юридичній академії, і підхід до навчання студентів. Також цікаво буде почути і про те, як же разом живуть на факультеті і юристи, і філологи. Бо з недавнього часу готуєте ще й нову спеціальність – це філологія. Тож, другий день, коли абітурієнти приносять свої документи для вступу, чи багато вже зареєстрували заяв на філологію? Ну, заяв уже в перший день було більше 100 заяв на філологію. Ви знаєте, у нас, несмотря на то, що це дуже молоде направлення, да, і ми тільки другий набір осуществляємо в цьому році, ну, от, зная качество підготовки професіоналів, в Национальном университете Одесская юридическая академия, сразу же в первый год она была очень востребована. Працює бренд, так скажем. Мы взяли более 100 человек, которые сегодня с гордостью говорят, что мы очень довольны, что мы выбрали непосредственно факультет гражданской и хозяйственной юстиции, выбрали специальность филологию, и это будущие переводчики, преподаватели иностранных языков. И сегодня они тоже приносят оригиналы, они подают свои заявки. И вы знаете, для нас было удивительно, когда Министерство образования и науки Украины, когда открывается новая специальность, бюджетные места предоставляют только на второй год обучения. Но зная качество обучения, зная те стандарты, которые здесь приняты, это нонсенс был для Украины. Нам в первый год дали бюджетные места на специальность филологию. И в первый же год все 100% бюджетных мест были заполнены нашими студентами, которые сегодня получают очень качественные, хорошие знания по английскому языку, по немецкому языку, и они сегодня будут той элитой общества, которая будет формировать. Вы знаете, сегодня в условиях глобализации, когда мы видим, что стираются границы между государствами, когда очень доступны, в принципе, ну, не считая ситуации с ковидом, доступны перелеты, общение, общение с друзьями из других стран, знание языков, тем более двух языков, дает, ну, большую путевку в жизнь. И мы все делаем для того, чтобы наши выпускники были высококвалифицированными профессионалами, даже по направлению филологии. Я думаю, в этом году набор будет еще больше, потому что ребята, которые пришли, они уже рассказали своим друзьям, товарищам, которые сегодня, потому что, несмотря на то, что молодая специальность, уже с нескольких вузов прийшли і просяться з цих вузів перевестись на другий курс до нас, для того, щоб продовжити навчання у нас. Чи буде бюджетна форма навчання цього року також? Так, звісно, нам дали бюджетні місця, тому, будь ласка, уважаємо абітурієнти, подавайте свої заявки, і ви будете вчитися у нас на бюджетній формі навчання, хто набере відповідні бали. Яка кількість балів має бути, аби пройти на контракт? І яка ціна контракту, оскільки і така форма навчання, і чи можна цю суму поділити у тому разі, якщо студент проходить на контрактну форму навчання, на філологію та на право? Ну, касательно стоїмості контракту. Стоїмість контракту составляє 31 050 гривень на право. И на филологию это романо-германские языки, это специализация романо-германские языки, у нас есть еще специализация прикладная лингвистика, тоже очень перспективная, туда контракт меньше 19 100 гривен.
Касательно минимального проходного балла, для филологии он сегодня составляет 100 баллов, и обязательное ЗНО украинский, иностранный язык и любое третье, по выбору, какое абитуриент сдавал. Для права сегодня минимальный балл должен быть 140, но средний. То есть, если вы сдали историю на 160, то украинский можно сдать тогда на 120. Главное, чтобы средний получился. Это составляющая 3 баллов. Это украинский, история обязательный, и на выбор математика, либо иностранный язык. И как 0,1 коэффициента считается средний балл аттестата. Денис Олексійович, на жаль, у цьому році, як ніколи, високий рівень відсоток тих абітурієнтів, які не здали успішно ЗНО, майже 30%, такого ніколи за всю історію ще не було. Багато особливостей даної вступної кампанії, однак ця, вона так трішки розчарувала цього року. Чи означає це, що ті діти, які не здали ЗНО, вони втрачають цілий рік та втрачають можливість взагалі отримати, ну, вступити для того, щоб отримувати вищу освіту у цьому році? Чи є все ж таки якийсь вихід? Ну, знаєте, я вас чуть-чуть поправлю, тому що 30% – це не здали тільки математику. А если суммировать и с остальными предметами, то этот показатель будет еще выше. И это колоссальный, это трагедия, я вам так скажу. И учитывая то, что математика была введена как обязательная для многих специальностей, даже для права, она хоть и выборочная, но мы не могли взять другую специальность, другую дисциплину, только либо математику иностранную. Таким образом, сегодня в такие рамки нас поставило министерство. И когда 30% не сдали, да, это большая трагедия. Наши, к нам приходят родители, абитуриенты, когда он сдал, вот у нас буквально вчера был случай, история 186, угу, украинский 172 и математика вообще не склав. То есть у него баллы близкие к бюджетным по тем предметам, математику не склав. Но человек планировал всю жизнь быть юристом, он планировал быть гуманитарием. Но говоря об иностранном, кто-то скажет, ну есть же еще иностранные. Но надо объективно и смотреть правде в глаза. У нас есть масса сельских школ, да, где учатся множество талантливых ребят. Но преподавание иностранного языка в селах сегодня, оно в городе не везде совершенно, а в селах оно желает быть лучше. Вибачте, така ремарка. Ви говорили, що протягом року було дуже багато днів відкритих дверей, як онлайн, так і офлайн. І дуже багато дітей приїздили на екскурсії саме до факультету. І, ну, напевно, ви вже познайомилися з багатьма дітьми. Чи є серед тих, хто 100% говорив, я вступаю до цивільної та господарської юстиції, сьогодні приходять і кажуть, ну, я не склав ЗНО. Що їм робити? От, смотрите, із 60 чоловік, которые говорили, что мы 100% будем 100%, однозначно без вариантов, которые оставляли свои ксероксы паспортов и запишите нас в первую очередь на поступление на факультет гражданской и хозяйственной юстиции, 24 человека не сдали ЗНО. Вы представляете, какой колоссальный показатель, чуть-чуть меньше половины. Это целая группа студентская, так? Да, это целая группа. И вы знаете, мы предвидели, наверное, эту где-то ситуацию. И еще в прошлом году мы лицензировали у нас образовательно-квалификационный уровень младшего бакалавра. Что это значит? На младшего бакалавра студенты могут подавать документы с 2 ЗНО. То есть, если они не сдали 3 ЗНО и не сдавали, понятно, что 4, у них есть только 2 ЗНО проходных, они к нам могут подавать документы на младшего бакалавра. У них программа, абсолютно программа младшего бакалавра представляет собой 2 года, первый и второй курс. После второго курса они сдают государственный экзамен внутри университета и получают соответствующий диплом. И на основании этого диплома по вступительным тоже внутри университета сразу же идут на третий курс, таким образом не теряя времени. И высшая освіта без ЗНО, можно так сказать? С 2 ЗНО. Ну, если не склад. Да. И сегодня, что очень важно, они учатся в том же коллективе, живут, если это иногородние, с теми же студентами в общежитии, они не уходят в какое-то другое подразделение, колледж и так далее, они находятся непосредственно на факультете. И тут очень важно то, что программа младшего бакалавра, первый и второй курс, и программа
Бакалавра, первый и второй курс, она на 95% идентичная. Отличается всего лишь двумя или тремя дисциплинами. Поэтому студенты слушают тех же преподавателей, участвуют в жизни факультета вместе со своими ребятами. Это очень важно, поэтому, уважаемые друзья, уважаемые родители, обращаюсь к вам, кто не сдал ЗНО сегодня, приходите, пожалуйста, к нам в приемную комиссию на факультет гражданской и хозяйственной юстиции, приносите свои документы, и мы вас будем брать на младших бакалавров, и вы таким образом не потеряете во времени и продолжите свое обучение на факультете гражданской и хозяйственной юстиции. Сьогодні на базі приймальної комісії, знаємо, працює консультаційний центр безоплатної допомоги абітурієнтам, який роз'яснює, як подати документи, як їх зареєструвати, якщо треба, і екскурсію університетом проведуть. Тож, хотілося б з перших вуст від вас почути, як саме працює ця система подачі заяв, і наскільки важливо, аби абітурієнт ставив перший пріоритет саме туди, куди він хоче вступити, оскільки не всі сьогодні це розуміють, наскільки це важливо. Ну, сегодня очень важно правильно подать документы. И благодаря инициативе президента университета был создан этот центр. И многие родители, многие абитуриенты приходят лично, звонят по телефону, потому что особенно в сельской местности возникает все-таки вопрос, как создать кабинет, как подать заявки. И наши квалифицированные специалисты всегда помогают, конечно же, в этих вопросах разобраться. И если мы говорим сегодня о том, что как правильно подавать, тут очень важно обратить внимание на то, что заявку, вот если вы непосредственно выбрали факультет, вы должны подавать заявку на этот факультет с первым приоритетом, потому что если вы хотите претендовать на бюджетное место, это ваши шансы увеличивает. Если вы подадите заявку со вторым, с третьим приоритетом, да, вы можете пройти по первому приоритету на какую-то из специальностей, на которую, ну, вы не хотели или случайно поставили приоритет. Если произошло так, что вы механически случайно поставили заявку не на тот факультет, не в тот вуз, на который вы хотели, там есть такая функция, как ее скасувати. И таким образом второй приоритет или третий. После сегодняшнего эфира много кто скасует и поставит приоритет на факультет цивильной юстиции. Мы всех ждем, мы всех примем, у нас лицензионный объем позволяет. И таким образом, ваш, если вы первую скасовали, то уже второй приоритет будет считаться как первым. И непосредственно, если вы пройдете общегосударственный бюджетный балл, вы будете зачислены в ряды студентов на бюджетную форму обучения. С какими документами нужно приходить до приймальной комиссии? Який перелік? Ну, перечень документов, он стандартный, это ксерокс паспорта, идентификационного кода, вытяг к паспорту, 4 фотографии 3×4 и оригинал сертификата ЗНО, оригинал аттестата и додатка к нему. С этими документами мы ждем вас в приемной комиссии в любое время. Хоть и приемная комиссия работает официально, говорится о том, что она работает с 9 утра до 18.00, но я вот сегодня ехал на тренировку и уже в 7.30 приемная комиссия работала, стояли дежурные, встречали наших абитуриентов и уходил вчера домой вечером в 20.30. И тоже приемная комиссия работала, я даже не уточнял, во сколько они разошлись, но в 8:30 точно работала. Я знаю, что вот в этот жаркий период, когда идет подача заявлений, работает очень долго, поэтому если вдруг кто-то не успел в течение дня, приходите вечером, вас обязательно встретят и покажут, проведут и примут документы. До юридичної академії приїздять навчатися з усіх регіонів України. Якщо так подивитися, то це вся географія. Чи всі діти іногородні забезпечені гуртожитком? Таке питання не можу не запитати. Ціна, звичайно, на гуртожитки. Кілька слів від вас, Денис Олексійович, і, звичайно, від Катерини, з перших вуст дізнатися про те, як живуть студенти, в яких умовах, чи подобається вам, чи піклуються про вас, там, чи затишно. Ну, стоїмость проживання в общежитті 850 гривень в місяць. У нас общежиття дуже хороше, проживають всі по 2 чоловіка. И благодаря инициативе нашего руководителя реализовывалась программа «Зеленый университет», и непосредственно в общежитии факультета гражданской и хозяйственной юстиции установлены батареи солнечные, таким образом горячая вода, которая очень нужна студентам, есть круглогодичные. Вот в тот период, когда, да, еще не включили отопление городское,
мы можем, имеем возможность, благодаря солнечным коллекторам, у нас есть горячая вода. И вот то, насколько хорошее общежитие, знаете, подчеркивает тот факт, что министр образования Украины, министр образования и науки Украины Сергей Николаевич Карлет, будучи с рабочим визитом в Национальном университете Одесская юридическая академия, посетил общежитие факультета гражданской и хозяйственной юстиции, высоко оценил те условия, в которых сегодня проживают студенты. А как все там происходит, наверное, уже какая атмосфера, это надо у Екатерины спросить. Так, насправді все дуже чудово. Звичайно, не буває без інцидентів, коли хтось хоче пізніше вийти з гуртожитку чи пізніше зайти. Звичайно, це все контролюється. В нас є чергові, в нас є староста кожного поверху, і якщо якісь, скажімо так, найменші інциденти, це завжди все вирішується. І якщо, наприклад, потрібно на поїзд, всіх випускають пізніше, чи як часу, ніж потрібно бути вже в гуртожитку. Також хочу сказати на рахунок умов. Дійсно, будучи абітурієнткою, я об'їздила немало гуртожитків. І хочу сказати, що на моїй пам'яті це дійсно найкращий гуртожиток з умовами, коли душ, туалет в кімнаті, коли в тебе є вихід на балкон, де ти спокійно можеш подивитися навіть на море. Що немаловажливо, у нас дійсно видно з деяких балконів море. Це приємний бонус. Те, які умови в самих кімнатах, всі можуть подивитись нас на сайті. Це все в відкритому доступі. Це не якісь, скажімо так, збережені картинки. Це дійсно так, як воно є. І це можна приїхати самому подивитись. Проведуть вам екскурсії, покажуть. Можна пожити ніч, спробувати. Дуже важливо, Катерина підчеркнула, що для абітурієнтів у нас працює програма. Якщо у когось немає возможности приехать в один день и в этот же день вернуться, нет билетов, у нас знаем, какие сегодня есть сложности, пожалуйста, мы можем размещать вместе с их родителями для того, чтобы они день-два провели, пожили в студенческой атмосфере в общежитии, сходили на море, мы вас приглашаем, приезжайте, пожалуйста, мы откроем двери, и вы видите наше общежитие. Чудово. І треба вже завершувати, але не можу оминути це питання, що наразі дуже багато абітурієнтів, вони звертають увагу на ті можливості міжнародні, які їм відкриває університет. Сьогодні молоді люди, вони такі мобільні, вони хочуть подорожувати, вони хочуть відкривати світ. І коли, як не в студентські часи, виїздити на міжнародні стажування, вивчати іноземні мови, які для цього є можливості на факультеті? Ну, я, з вашого дозволу, теж відповім на це запитання зі сторони студентки, тому що так, це є немаловажливим, тому що ми всі рухаємося в Європу, ми хочемо багато бачити, подорожувати. І дійсно, завдяки керівництву нашого університету, президенту Сергію Васильовичу Ківалову і, зокрема, нашому декану Денису Олексійовичу Колодіну, на факультеті цивільної та господарської юстиції проводяться активно міжнародні навчальні візити. Звичайно, до того, як пандемія COVID-19 наглянула і наложили, скажімо так, суворі карантинні обмеження, ми активно подорожували, вчилися і встигли здійснити 2 міжнародні візити, відвідати понад 10 країн, таких як Франція, Німеччина, Швеція, Швейцарія, Австрія. У нас була можливість відвідувати лекції Віденського університету, тобто відчути себе справжніми студентами там, за кордоном. У нас була можливість на власні очі побачити штаб-квартиру ООН, ОБСЄ, Європейський суд з прав людини, штаб-квартиру ФІФА в рамках спортивного права. Тобто, це все я вам розказую, тому що я це бачила, я там була, а не я десь чула чи читала. Це дійсно дуже класна можливість для нас. Також варто зазначити, що в нас діє школа польського права, і вже, як ми знаємо, кордони потроху починають відкриватися, і наразі з наступного семестру 5 найкращих студентів, які навчалися по програмі польської школи права, вони мають можливість вже подальшого стажування там, і, наскільки мені відомо, вже проводяться певні заходи, де йде підписання договорів, де саме 5 студентів зможуть взяти участь як студенти справжні у Польщі. Це дуже класно, тому що ви правильно підкреслили те, що нам не сидиться на місці, нам хочеться розширяти горизонти і бачити більше. Я даже поправлю касательно школи польського права. Буквально от неділю назад я вернувся з Варшави.
где был подписан договор с Варшавским государственным университетом, на основании которого реализуется этот проект. Он реализуется совершенно бесплатно для наших студентов, которые имеют возможность посещать курсы польского языка, а потом каждую неделю на протяжении семестра на 2 дня прилетают лекторы Варшавского государственного университета и читают лекции по основам польского права. И в конце школы все студенты получат дипломы за подписью ректора Варшавского государственного университета с указанием количества часов и кредитов, которые они прослушали, которые они могут всегда предоставить, если они будут поступать на магистратуру, допустим, где-то в страны Европы, они всегда могут предоставить соответствующие дипломы для того, чтобы им перезачитывали академразницу. А 5 лучших студентов на 1 семестр поедут учиться в Варшавский государственный университет по академической мобильности. Такі можливості є, звісно, тільки на факультеті гражданської та хозяйственної юстиції. Вас не хочеться відпускати, з вами дуже цікаво. Дякую, що створили тут таку затишну, гарну атмосферу, яка панує на факультеті цивільної та господарської юстиції. Я бажаю вам успішної вступної кампанії. Я бажаю вам рекордних наборів студентів. Я бажаю вам успіхів. Сьогодні у нас в студії телеканалу «Репортер» декан факультету цивільної та господарської юстиції Денис Колодін та студентка одного з кращих факультетів Елькнер Катерина. Приходьте до нас ще та до зустрічі на телеканалі «Репортер». На все добре!